В центре Красноярска с дома сорвался кусок стены. Все произошло на проспекте Мира 104 около 3 часов дня. Момент падения троих молодых людей, которые шли мимо, обсыпала штукатурка и щебнем. К счастью, они успели отбежать. В администрации центрального района нам рассказали, что чиновники были в этом доме с проверкой буквально 2 дня назад. Тогда они уже заметили проблему и выдали рекомендацию принять меры. Специалисты сказали, что кусок фриза, декоративного элемента здания, может упасть. И он все-таки обвалился. Сейчас место падения куска стены огородили лентой. Теперь разбираться с наказанием обслуживающей организации будет стройнадзор.